Уйдите все. Кроме принцессы. Симпатичный парень пришел высокого роста, красивый, обаятельный, с каким-то потенциалом человеческим. Абдулов с 4-го курса. Я понимал, что это, так сказать, такой товар с точки зрения актерского и режиссерского сленга очень серьезный. Но я не думал, что это дойдет до такой степени народной любви. Мне показывал некоторые письма, которые приходили. Кстати, о письмах. Вы знаете, что я получал письма, я сейчас не знаю, у меня в архиве сохранилось, написали, что как вы можете выпускать на сцену Караченцева и Чурикову? Угу. Это же какие-то уроды. Они компрометируют образ советского человека. Не должны такие люди олицетворять на нашу действительность. Ну, у них специфическая внешность. Они привлекательные, да, да, красивые, да, люди, да, но не хрестоматийные, скажем, красота. Да, не, был такой, не даже той, списочек был в Госкино тех людей, которые нельзя было снимать в главных ролях. Угу. Туда Ролан Быков, кстати, входил. Ага. Вот. И несколько очень хороших артистов. Естественно, Чурикова там была. Ну? Это уже нечто. Марк Анатольевич, который изобрел совершенно свой кинематограф, не похожий ни на что и ни с кем не соревнующийся. Сколько звезд ты открыл, я насколько понимаю, да, что вырастил. Александр Гаврилович Абдулов, он студентом был вот для обыкновенного чуда. Янковский из Саратова приехал. Да. Сил Дмитриевич Ларионов, который вот на той фотографии, mm-hmm, был, да, да. Он работал в театре Ленинского комсомола тогда, но он пошел куда-то по партийной линии, по-моему, да? ВПШ. Да. Заканчивал, чтобы потом стать директором. И когда пришел Марк Анатольевич, и он сыграл в Тиле. Да, когда его проводили аплодисментами, первый раз, что с ВПШ было покончено.